Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Хамбогейм, и вот мы, короче, продолжаем Солстис. Вот у нас вторая серия, вот мы, собственно, почапали. Захожу сразу просто с ноги фастом, прохожу дальше, чтобы вас не расстраивать. В течение там, ну, неделечки выйдет. Сейчас пока у меня график не особо так нормирован, но я уже думаю, как-то это самое, уже все, пора нормализовать. Надо только закончить всякие дипломы, какую-то залупу просто. Ну, не могу, не могу. Лень матушка, вот, ну, прям побеждает по всем фронтам вообще. Уже пора саму объявлять просто частичную мобилизацию, поднимать свою жопу и делать хоть что-то нормально. Так, хоть здесь не получается, но вы меня смотрите по чуть-чуть, потихоньку, полегоньку. Надеюсь, вам понравится дальше. Чё-чё, а почему нет? Брам. Ну, ноги у меня, конечно, ноги от ушей. Нахуя такие сделали? О, ну видок, видок красивый. Напоминает, знаете, чё? Из Властелина колец. Из Властелина колец вот это вот... А все, что ли? Мы закончили. А я там закончил. А ну, короче, да... Продолжить, хули. Да, ну ничего страшного, Кухович. Это самое. Напоминает из Властелин колец, как... Минас Тирит, точно. Вот этот белый город, вот этот вот, там на скале, впереди равнины, вся хуйня, ля-ля тополя, понимаете? Эхо из прошлого. Бриар и Люд оказываются у Илденского моста. Это главная дорога в город или то, что от него осталось? Чань головой. Там по-любому будет магазинчик. Я что-то чувствую, что-то надвигается. Это босс. Купорос. Это волна. Волна говна. Ебать. Я не буду, только не это. Не покидай меня, не сдавайся. О, я в крысу превращаюсь опять. Неплохо. А это сестра, в смысле, ее реальная сестра? Или просто, ну, типа, сестра по ордену? То есть они такие, типа... Как эти адепты сороритас, да, вот это вот? Или нет? Стрёмка, говори со мной, ты в порядке? Да, но моя слабость. Эта сила была мощной, это не твоя вина. А тогда чья? Ты все видела? Я почти. Если бы я позволила скверне проникнуть в меня, ты бы пропала. Я не допущу этого. Ты смогла устоять. Ни одна другая химера не справилась бы. Имеешь в виду, ни одна другая химера с чертом оскверненным рыцарем? Это была невероятно мощная аура и кое-что еще. Я чувствую, что источника было две химеры. Я ощутила их напряжение, их страдания. Они были на пределе. Будто в моей голове кто-то кричал, а потом внезапно они исчезли. Их убило, что ли? Ой, девки, зря вы не стали ждать подружку. Обе, ты уверена? Сейчас я их не чувствую, и та аура, ее тоже нет. Готова поспорить, это не навсегда. Возможно, кроме нас с ними никому бороться. Тогда будь насторожен, рано или поздно нам придется с ними сразиться. Что? Сорян! Ну там будет заруба, потому что я вижу это. Локация такая крупненькая. Ну, нечто слабоват, конечно. Странно, почему? Локация вроде крупненькая, а зарубы нет.
Блин, прикольная вертуха, на самом деле, неплохую штуку. Так, давай, что там? Едва осязаемые остатки бреши. Они несут себе скверну. Поле воплощения. Нажмите Q, и лют активирует поле воплощения, которое поможет обнаружить неземные объекты. Пока поле воплощения активно, лют устает и энтропия возрастает. Но она снижается, если ударить неземной объект внутри поля. Перегрузка. Если по какой-то причине энтропия лют достигает максимального уровня, она войдет в состояние перегрузки. Когда это случится, лют исчезает и больше не может использовать свои силы, но через некоторое время она снова появляется рядом с Бриар. Угу. Так, ага, отлично, отлично. Остатки кобальтовых кристаллов. Хорошо, синие хозяйственные остатки из бреши в форме пыли. Хорошо. Ну это вот эти вот синенькие, да? Все понятно. Все, Люд, прекращай ход 19. Все, не маши сабли. Посмотрим, что там. А, мы не можем туда пойти. Нахуй. Ну, вот что за химеры, которые вот не справляются? Это как ведьмаки, да, я так понимаю? Хорошо, хорошо. Единство. Связь Бриар и Люд. Чем гармоничнее их союз, тем сильнее они бьются вместе. Понятно. Ох ты ж сука! Да ебать! Вы нашли локацию покрупнее. Да. Давай, давай уже, блядь, сколько можно. О, прям в ярости. Ай, блядь. Все, нет. Скажите, что... Блядь, еще кто-то там, да? Где у меня ХП вообще? Что-то? А, вон там сверху. Давай, давай, давай. Оп, блядь. Ай, пидорас, он меня пырнул. Все, я его молотком захуярил. Нормально, нормально. Платина, золото. Ну их было слишком дохуище. Я бы даже сказал, через чё.
Он опять сидит на ладошку, смотрит. Наверное, волосы выросли, я хуй его знаю, что там может быть. А босс какой-то будет? Или босс файт? Брешь, она будто живое существо. Ну, естественно. Так, все эти жизни, стражи, простые горожане, неважно, кем они были. Да. Нет, важно, стражи закрыли ворота, и люди оказались в ловушке. Они пытались сдержать оскверненных, но ничего не вышло. Ну да. А как ты хотела? Что, нам туда бежать, да? Ну да, ну да. О, ты глянь-ка. Да блять. Да блять. Сейчас попоть. Все отлично. Бля, еще хуй найдешь, понимаешь? Блять. Но без этой лутанины всей далеко не пойдешь, конечно. Вот бы прекратились эти убийства. Но они не прекратят. К сожалению, кроме этого, я больше ничего не имею. А ты уже говорила, да. Ну все, нет нихуя, и слава богу. Мне не нравятся эти сферы. А чё, а как мне туда? Воу, нихуя себе. Это было опасненько. Нахуя тогда солдаты, если они не могут нихуя сдержать скверную, объясните. Хочу вот этих вот вырезать сначала. Опа, опа, опа. О, еще одна химера. А, это не химера. Это, блядь, его никудышный дружок, пирожок. Большим мечом. Ладно, ладно. Да ебать ты, блядь, сука, жирная мразь. Ах ты, вы чё, суки? Вот вы вообще лишние, пиздец. Очень лишние. Давай, нахуй. Разорвать, блядь.
О, блядь. Давай-ка я вот, блядь, твоих дружков, пирожков сейчас разберу и займусь твоей жопой, блядь. Жирная ты хуепутала в доспехах. На, нахуй. Кто следующий? Следующий вот это вот ебало, да? Ох ты пиздюк. У тебя прям камбуха, да? На тебе, блядь, лежи, отдыхай. А я смотри. На тебе, пидорюга. Все, отлично. Урон вообще круто, платина уже сойдет. Уже лучше, чем... А что, мне туда бежать? А не оттуда разве? Ну ладно. А если оттуда? А что мне делать-то? Нет, я вроде не оттуда. Все, хпшечки сразу восстановил. Вот это мне нравится. Это нигде вот я пробил? Ну. А если я сейчас вниз упаду? Если вот упаду, да? Сука, упал. Значит, там секретка какая-то, да? 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 Ну да, ну да. Да, 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 бля, вот это вот благодарение гармонии. Не знаю, что это. Ну, ебать, как интересно. Так, ну тут я не был. Определенно, это видно. Ну мост, конечно, красивый, мне нравится. Я чувствую мощную ауру, от нее остались следы, будто эхо. Что это было? Опа. Нихуя, вот оно эхо, да? Ёбаный рот. Карета. Тут проходили кто-то крутые. Осторожный пехотинец. Никогда раньше не видел, чтобы рыцари себя так вели. Я тоже. Не знаю, что там внутри, но оно точно ценное. Ну и кради это сам. Я в таком участвовать не буду. Чтоб там ни было, я чувствую, что судья дышит мне в затылок. Замолчи, тебя услышат. Солдаты, еще одно слово и напроситесь на палку. А потом и на виселицу. А затем вас четвертуют. Все ясно, хорошо. Солдаты ордена, они испуганы. Полегче, это ведь не мое решение туда идти, не так ли? Мне это не больше твоего нравится, успокойся. Животные тоже обеспокоены. Они чуют опасность, их и такое сильное. Стоять! Во имя Триархии Светлого Города Элдена. Дотошный страж, пепельный клинок? Что вы здесь делаете? Мы несем дар от великого учителя ордена и его превосходительству Элдена. Это все? Нас ожидают у собора путеводного света. Нам не сообщали о вашем прибытии, вы просто появились из нет. Наши документы будут убедительнее, вот. А теперь пустите нас, если вам дороги ваши никчемные должности и жизни. Просто пустите их. Зачем лишний раз рисковать? Хорошо, да, господин, конечно. Можете проходить, да озарит ваш путь несущий свет. Это ведь город света? Теперь я понимаю, аура, что я почувствовал, от которой осталось эхо. Она исходит из этой защищенной кареты. А что внутри, ты не можешь сказать? Я не вижу, карета чем-то покрыта. Это притупляет мое восприятие. Так это сделали умышленно? Кто-то, кто знаком с орденом, кто знает его тайны. Ты имеешь в виду нас, Химер? Думаю, да, эта карета была в центре всего произошедшего здесь. Нужно все выяснить. И поскорее, что бы тут ни происходило, еще не все закончилось.
Да. Опа, на первоисточнике это крупное образование, из которых может быть. Давай. Давай, давай, давай. Опа. Круто, круто. Большая хуйня с кристаллами, мне нравится, да. Так, а ну-ка, стоп. Блять. Я пизданулся. И что, мы должны полагаться только на свою силу. Посмотрим, что там у нас с объединением других имен. Что-то мне подсказывает, что они либо сдохли, либо враги. Военный арсенал. Ну что, можно все сломать? Блять, ну конечно, конечно. Куда же без вас? Давайте, давайте, давайте. Отлично. Просто херачим. Нормально. Отлично. Блин, ну окорока у нее, конечно, это не ноги, это окорока просто. Страйк, это молодец. Что там? О, бить нахуй. Не мучаюсь. О, скопление кристаллов. Почему она здесь так далеко от бреши? Кто-то его использовал? Поле изгнания. Нажмите E и активирует поле изгнания. Понятно, понятно. Так, а я тут сразу вниз спрыгивать не буду. А вдруг тут что-то веселенькое? Ну, я же говорю. Да, блять, кристаллы проебал. Опа. Здрасте. А вы кто? А как это наблюдатель? Ах ты, блять. Ебануться. Что ты такое? Я там кристаллы проебал, вы не видели сейчас? Кристальчики? Духи — это порождение хаос. Бесплодность сна можно только в радиусе поля воплощения. И все. Следующий. А
А я пока вас пизжу, у меня сбрасывается поле лют, так что все нормально. Ну, духи вы, конечно, такие себе, я вам так скажу. Видал и лучше. Поживее, поопаснее, ребят, видал. А вы так, насрано. Смотри, каково это, когда табуретка приносит больше красных кристаллов, чем ты, молибден, блядь, на твою руку. Так. Испытание опять, да? Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. А почему, собственно, и нет? Нужно число идеальных приемов, противостояние и уничтожить всех врагов, пока не закончилось время. Приемы противостояния. Это вот это вот наф, которая. Да? Погнали. Блядь. Блять. Блин, ну а как вот идеальное противостояние? Ну-ка. Оп. Но это не противостояние. Не понял. Нахуй там. Откройте колесо инвентаря. Ладно. А, ну вот я отсюда пришел. Все правильно, мне в эту дверь, значит. А наблюдатель, он же ходит по вот этому вот скверному пространству за пеленой, я так понял, да? Боковой проход, и он спинулся. Или Элденс. Это будет Элденс. Кто ты меня ударишь? А ты меня ударишь? Ты меня ударишь? Нахуй вас. Ай. Угу. Увидел. Увидел, собрал, забрал, разобрал. А, понятно. Что это? Здесь не пройти? Конечно, не пройти. Нет, мы сможем, я чувствую. О, блядь. А я не хочу. Я хочу вот туда. Тут что-то есть, я же вижу. Просто когда Никитосу нужны бочки, он берет бочки. В чем проблема? Оп. Изи, пизи. Не-не-не-не-не. Топори. Вон, видишь, что? Видишь, что? Наблюдаешь? Блять, да чтоб ты. Блять. Понятно, понятно. Ну, сейчас. Сейчас костыль зарядится. Блять. Оп. Оп. Блять. Все, 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 я понял, я понял.
Вижу, вижу. Опа. О, отлично, отлично. А там шо? А куда я иду? О. Я надеюсь, тут что-то крутое, вот, честно. Вот, я же говорю, тонкая эфирная нить. Я что, зря бежал сюда? Опа, не надо нам, нормально все. Опа, опа. Не река, Европа. Ты чё, блядь, прикалываешься нахуй, иди. Охуеть, блядь. Он ударил меня, видишь, бракованная ладошка. А шо за мужчины, собственно? Другому по шайбе дал, правильно. Давай, давай, давай. Да все, все, все. Вау, еще и с призраками, блядь. Так, 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 а ну-ка, блядь. Вот это уже напрягает, блядь, маленько. Пидорасы, блядь. Ты глянь, еще с призраками совместочку ебанули. Блин, хотите все скамеечки, табуреточки разбивать? Обожаю, блядь. О, о, о. ТПшечки достанут. Нахуй. Вот этих вот уебков. Они вообще меня бесят. Отличненько. Просто уже 17 кусков. Да я зажиточный хозяин, блин. Опа. 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 Арсенал у нас кончится, нет? У них же столько оружия было. Знакомые звуки, я узнаю откуда. Какие звуки? Звуки мечей или что? Звуки рыданий, стенаний. Вон, блядь, столько оружия. Просто рубитесь, блядь. Не хочу всех нахуй. Вооружили резко, блядь. О. Здорово. Что если все это великий замысел смотрителя? Очищающий огонь, несущий свет, милость судьи. Шанс для воятеля заново создать город. Невольно возникает вопрос. Разве гадать не прерогатива святых отцов? Да, но большая часть духовенства уже мертва, так что вряд ли они будут возражать. Меня интересует кое-что. Вы почувствовали волну? Да. Расскажите подробнее, удалось отследить ее источник? Источник где-то у собора, но... Вообще-то я говорю с твоим рыцарем. Да пошел ты нахуй, я тебе так скажу. Но полагаю, молчать ты не будешь. Ровно как и твоя ебаная ворона. Помилуй меня, судья. Говори. Я почувствовал двух химер. Думаю, они погибли. Dead because of
Их убили. Кто-то или что-то, с чем они сражались. Волну породило их столкновение, а потом все они исчезли. Это больше всего меня и беспокоит. Это все? Или можешь рассказать что-то еще? Да. Наше положение ухудшилось, но бояться не нужно. Орден Пепельного Клинка вызвал подкрепление, солдаты уже в пути. Мой хороший друг Корва принес хорошие новости. А пока у нас приказ продолжать начатое. Пустые слова. Пусть ваши действия наполнят их смыслом. Отправляйтесь к Бреше. Постарайтесь не умереть и найдите других химер или то, что от них осталось. Развитие лют. Наконец-то! Наконец-то! Нападение силы лют типы. Подразделяются на 4 типа, каждый из которых отражает определенный подход к битве. Сила лют. Лют дает множество удивительных сил, которые делают ее незаменимым союзником в бою. Ее свойства могут увеличивать ее силу. Используйте кобальтовые станки Бреши, чтобы получить свойства. Вы можете сбросить. Короче, в пизду. Так. Я хочу это. Когда единство достигнуто, взрывной удар лют поражает врага дважды. Лют наносит одному врагу взрывной удар. Земноверные взрывные удары повышают единство. Это что? После смертного защитника лют производит залп выстрелов. Лют направляется, чтобы атаковать синхронно с Бриар. А давай, я хочу вот это. Не даст? Давай дальше. Аля. А почему я не могу завязать? Я не помню. А, вот, что я могу включить. Так, непоколебимость уничтожения врага внутри поля снижает энтропию. Радиус обоих полей увеличивается в зависимости от степени единства Бриар или... Когда лют близка к системе перегрузки, она сопротивляется, вместо этого снижает степень единства. Защита. Эффект замедления длится дольше. Нарушители. Барьер лют теперь прерывает атаки врагов среднего и высокого класса. Надо. Сестринская связь. Лют реагирует на атаку, даже если не удалось совершить противостояние. Дополнительное защитное действие может работать раз в несколько секунд. Блять, вот это мне надо, да. Укрепить свою защиту — это в приоритете вообще. Барьер лют теперь отражает врагов среднего и высокого класса. Лют отражает снаряды до того, как они заденут Бриар. Переход от атаки врагов среднего и высокого. Да. Все, так. Все, да? Больше ничего не могу, потому что оно все пиздец как дорого. Это что? А, пепельный костолок. Ладно. Так, и кусок оболочки, здоровье. Получить. Давай вот это. Так, пускай укрепит наше тело. Возьмем Бриар. Посмотрим, что там можно за 6 кусков нам улучшить вообще. Вот и воздух, как бы не молот. Угу, понятно. А чё? А, наступление нам. А давай посмотрим, а что дает наступление? Глушительное наступление. Ну ладно. Ну, не, ну круто, круто. А чё, я могу ещё что-то лют дать? Я могу ещё что-то в защите ей дать? Ну, ну всё это я посмотрел, да, всё. Где-то уже. Ох, ну на этом мы, пожалуй, закончим. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал и жмакайте на колокольчик. С вами был канал Хамба Гейм. До новых встреч. Пока.